здравствуйте. Час новостей на 12 канале. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Год со дня трагедии в поселке Светлый вспоминают погибших при обрушении казармы. Ремонтируют дороги своими силами. В Веселькуле дорожное полотно меняют сами жители. Насколько это дорогое удовольствие. Танкист, связист, журналист. Фильм к 90-летию известного омского журналиста Павла Кочергина выйдет в эфир на 12 канале. И чудесное спасение. Сотрудники омского нефтезавода вызволили из технологической трубы хорька. Итак, сегодня ровно год со дня страшной трагедии в поселке Светлый. 12 июля 2015-го в 242-м учебном центре ВДВ обрушилась казарма 3-го учебного парашютно-десантного батальона. Под завалами оказались 42 солдата, 24 из них погибли. Сегодня рано утром в учебном центре прошла траурная церемония. Участие в ней приняли родственники погибших военнослужащих и выжившие солдаты. В Омск прилетел и военнокомандующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов, а также полковник Олег Пономарев, занимавший тогда должность начальника учебного центра. С места событий репортаж нашего корреспондента Владимира Мутовкина. Сегодня в 242-м учебном центре приспущены флаги «Государственное знамя» и флаг воздушно-десантных войск. Ровно год назад здесь произошла трагедия. Под обломками казармы погибло 24 человека, а 19 оказались ранены. В траурный день на плацу центра выстроились солдаты, а на трибуну поднялись командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов и губернатор Омской области Виктор Назаров. Траурный митинг в память о погибших начинается с минуты молчания. На плацу родственники и близкие погибших. Командующий ВДВ Владимир Шаманов, как и год назад, просит у них прощения за гибель детей. И говоря это, боевой генерал плачет. Ну, так заложено было в традициях воздушно-десантных войск русского воинства, что командир несет всю полноту ответственности. И я это абсолютно делаю профессионально и ответственно. И сегодня я говорю, что да, моя доля вины есть в этом. После траурного митинга собравшиеся направляются к монументу в память о погибших. Мемориал, который всегда будет напоминать о трагедии. Сегодня поминальную службу здесь провели мулла и православный священник. Смерть не делала различий по национальному признаку или вероисповеданию. Поэтому православные и мусульмане сегодня скорбят вместе. К полуразрушенной казарме подходят родители погибших. Для них время все еще не стало лекарем. И год спустя они по-прежнему испытывают горе, трудно выразимое словами. Пустота, ну, полное опустошение. Сегодня уже признанные негодными казармы все еще стоят, ожидая сноса. Не завершены следственные мероприятия, и разрушение старых зданий откладывается. Впрочем, до момента, когда здесь появятся новые корпуса, осталось совсем немного времени. И возведение их будет идти при содействии региональных властей, которые в страшную ночь тоже пришли на помощь военным. И, как говорят специалисты, только благодаря совместным усилиям последствия трагедии удалось минимизировать, насколько это было возможным. С тех пор сотрудничество продолжается. Наша задача – это обеспечить благоустройство, оказание содействия в благоустройстве городка, оказание содействия в строительстве. Это и техническое перевооружение, это подключение тех нагрузок, которые будут необходимы для расширения общежития для ребят. Поэтому мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы здесь служили наши омичи. В целом, министром обороны принято решение по строительству до 31 октября этого года всего комплекса жилых зданий для личного состава и проведения занятий общей емкостью на 2500 человек, что позволит в полном объеме уже с 1 декабря осуществлять учебный процесс в интересах воздушно-десантных войск.
Траурные мероприятия в 242-м учебном центре заканчиваются встречей Владимира Шаманова с родителями ребят, погибших в той страшной катастрофе. Это очень важно для них, да и для самих вооруженных сил. Вот это взаимное общение, когда люди смотрят в глаза друг другу и вместе вспоминают павших. Это нужно и мертвым, а главное, это нужно живым, чтобы сохранить память о ребятах. Ведь в этом и есть залог того, что подобная трагедия больше не повторится. Владимир Мутовкин, Сергей Никифоров, Михаил Алдыгепченко, 12 канал. Ту страшную ночь десантники, оказавшиеся под завалами, помнят и сейчас, спустя год, в мельчайших подробностях. Казарма обрушилась примерно в 22:40. Спустя час информация появилась в социальных сетях. Омск в эту ночь не спал вместе с жителями и военнослужащими Светлого. Половина первого ночи спасатели достали из-под завалов 8 пострадавших и одного погибшего. На месте больше 50 карет, скорая помощь и спецтехника. Завалы разбирают вручную. Под плитами еще есть живые люди. Раненых солдат доставляют в больницы, кому-то срочно требуется операция. Работает горячая линия. Информация обновляется регулярно. Многие из пострадавших тогда ребят по нескольку месяцев провели в госпиталях. Некоторые из них спустя время снова встали в строй, вернулись в ВДВ. Сам момент этот помню прям в мельчайших вообще деталях. Как бы, конечно, разглагольствовать на эту тему особо не хочется, но характерные звуки были ужасными. И если бы просто кто-то из товарищей не услышал, не увидел это, точнее, и не подал нам голосом это все, возможно, что и количество жертв было намного выше. Каждый момент помню. Было сознание, все эти 7 часов, все помню. Что испытывал тогда? Это ужас, страх, безнадежность. Да, конечно, было страшно. Страшно было просто умереть. Но я боролся как мог, вроде бы. Получилось, насколько смог. Огромное спасибо, конечно, спасателям, которые меня вытащили вовремя. Если бы чуть-чуть, то уже все было бы. Ну, конечно, я рад, что остался жив. Остальное как бы уже не важно. И не вспоминаю тот день, стараюсь жить сегодняшним днем, завтрашним днем. Главное — идти вперед и не сдаваться. И сегодня же эксклюзивное интервью 12 каналу дал главнокомандующий ВДВ Владимир Шаманов. Смотрите его сразу после итогового выпуска «Час новостей» в программе «Тема дня». К другим темам. Проблему разбитых дорог решают своими силами жители улицы Юбилейной. В Исилькуле сообща купили материалы для ремонта разбитой дороги. Городская администрация инициативу исилькульцев поддержала и выделила спецтехнику для грейдирования дорожного полотна. Теперь, наконец, пешеходам и автомобилистам не придется утопать в грязи, маневрируя между огромными лужами. К слову, обошелся материал для ремонта жителям не так дорого. С каждого двора собрали не больше 2000 рублей. Я считаю, что надо людям на улицах самим больше проявлять инициативу. Тогда, конечно, можно какой-то порядок наводить и поддерживать его. Привет из прошлого получили журналисты «Омской правды». В руках у наших коллег оказался уникальный материал – стопка фронтовых писем. Их писали мечи бойцы Красной Армии своим семьям. В этих пожелтевших от времени треугольниках, без преувеличения, история Отечественной войны. В редакцию их передал фронтовик, журналист Павел Кочергин. Некоторые из писем были опубликованы еще при жизни ветерана, а с другими читатели «Омской правды» смогут познакомиться в одном из ближайших номеров газеты. Самому Павлу Кочергину сегодня, 12 июля, исполнилось бы 90 лет. Здравствуйте, дорогие мои родные. Всем шлю горячий привет. Я жив-здоров, чего и вам желаю. Так начинает каждое письмо к своей матери – Постниковой Анне Васильевне, сын Юрий. В адресной строке – город Ишим. До войны это была территория Омской области. Письма датированы 43-м годом. В это время наши войска сражаются на Курской дуге и освобождают Кавказ. Боец, отправлявший весточку домой, и не помышляет о том, что спустя десятилетия его послания будут изучать совсем чужие люди. Поэтому пишет просто и откровенно. Солдату интересны самые мелкие бытовые подробности тыловой жизни, о которой он так тоскует. Привет из фронта были для семей бойцов настоящим подарком. Ведь если пишет, значит живой. Письменным столом у пехотинцев была саперная лопата. Танкисты писали, как правило, на лобовой броне танка. По несколько строк в день, в перерывах между боями. Писали о грубости суровых окопных будней,
а главное, о вере в победу. Но мурашки по коже, конечно, бегут, когда читаешь эти письма. Чувствовалось то, что бойцы сражаются храбро за своих близких, за своих жен, детей. Ни в одном из писем нет каких-то там жалоб на что-то, да. Служба ведь была очень тяжелая, это известно, вот. Но в письмах этого нет. Письма проникнуты именно какой-то такой бодростью, уверенностью в победе, в скорой. Кроме треугольников, с фронтов Великой Отечественной в тыл шли письма в типографских конвертах с политическими карикатурами на гитлеровцев. Есть послания, где после слова «привет» некоторые фразы заштрихованы. Указывать место пребывания и номер полевой почты было запрещено. На каждом письме штамп, проверено военной цензурой. Послания из прошлого читали все редакции, многие даже прослезились. Столько в них душевной теплоты. Фронтовые письма в «Омскую правду» передал участник войны Павел Кочергин. Ему они достались от друга фронтовика. Часть из них успели опубликовать еще при жизни Павла Ефимовича. Письма, наверняка мы их еще будем публиковать, еще показывать нашим читателям, молодому поколению. Они еще не раз нам сослужат, да, свою добрую службу. А вообще письма мы сохраним в музее. Коллектив «Омской правды» всерьез подумывает об открытии собственного музея. В следующем году газета отметит вековой юбилей. Отдельную экспозицию редакция намерена посвятить журналистам, прошедшим Великую Отечественную, в том числе и Павлу Кочергину. Он долгое время сотрудничал с «Омской правдой». До 90-летнего юбилея ветеран не дожил всего несколько месяцев. Екатерина Лушникова, Сергей Гаев, 12 канал. В памяти известного омского журналиста и общественника Павла Кочергина 12 канал посвятил документальный фильм. Он выйдет в эфир сегодня, в день рождения ветерана. Павел Ефимович стоял у истоков радио и телевизионного вещания в Омской области. Прошел путь от простого корреспондента до директора Омского телецентра. Ветеран Великой Отечественной, постоянный участник майских парадов, автор многочисленных статей о мечах героях войны. До юбилея не дожил всего несколько месяцев. Фильм «Танкист. Связи с журналист» к 90-летию Павла Кочергина из цикла «Русский характер». Смотрите сегодня, 12 июля, в 18 часов 45 минут на нашем канале. В Омске еще 18 светофоров заработают по-новому. До 1 сентября пешеходные и транспортные потоки на перекрестках вблизи школ и детских садов разделят. Такого требования госстандарта. Напомню, ранее так называемая пешеходная фаза появилась у светофоров на перекрестке улиц Герцена и 7-я Северная, а также на пересечении Омской и Куйбышева. Эти участки считались наиболее аварийными. До начала нового учебного года скорректируют работу светофоров на пересечении улицы Демьяна Бедного с 10-й Чередовой и улицы Полторацкого. Корреспондент 12-го канала Георгий Шершнев сыграет одну из ролей в фильме молодого омского режиссера Владислава Потоцкого. Напомню, Владислав стал известен широкой общественности после того, как на лекции в классическом университете попросил урок звезды Дианы Арбениной написать саундтрек его новой короткометражки. Тогда Арбенина согласилась, впрочем, как нам стало известно, пока сотрудничество не началось. В эксклюзивном интервью 12-му каналу Арбенина сообщила, что пока не начала работу над композицией. Так что прозвучит ли в омском кино саундтрек от рок-звезды – большой вопрос. Сам же Владислав Потоцкий говорит, что сейчас сосредоточен на съемках фильма и уверен в том, что сотрудничество с Арбениной состоится. Картину зрители увидят уже в конце года. Я ничего комментировать не буду, потому что не нужно этого делать. Потому что я знаю, что это сотрудничество будет, и все. Больше мне разговоров никаких, мне лично эти разговоры ни к чему, совсем. Будет, не будет, почему эти разговоры есть? Потому что есть имя Дианы Арбениной, и все. Если бы их не было, я бы спокойно снимал фильм. В Омск вернулась жара. По прогнозам синоптиков, на этой неделе мечей наконец ждет по-летнему жаркая погода. Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже 20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 27-30. В конце недели возможны дожди. В такую погоду особо популярными становятся водоемы. Спасатели призывают внимательно следить за детьми, не купаться в нетрезвом виде, отдыхать только на официальных пляжах. С начала года произошло уже больше 4
4 десятков несчастных случаев. По статистике, чаще всего люди гибнут на воде из-за употребления спиртного. Пушистый гость на Омском нефтезаводе. Сотрудники предприятия спасли маленького хорька, который забрался в одну из технологических труб, где умудрился застрять. Громкий писк испуганного детеныша услышали сотрудники во время обхода и пришли животному на помощь. Хорька вытащили, вымыли в душевой, накормили и счастливого отпустили на волю. Трогательное видео выложили в сеть. Добавлю, что этот необычный инцидент уже не первый на заводе. Раньше нефтехимикам уже приходилось спасать за зайцев и хомяков. Все наши новости на сайте в интернете 12канал.ру. Впереди прогноз погоды, реклама будет короткой. Евроокно стандарт. Балконы и лоджии 700-007. Время горячих кредитов в Восточном банке. 13 июля приходите в банк и получите предложение, подобранное для вас. Восточный банк. Адрес точно тот. А вход? 2GIS покажет не только адрес организации, но и вход. Детальная информация о городе. Скачайте бесплатно. 2GIS, если быть точным, работает офлайн. Это точно свадебный танец? Ковка 509-017. 509-017. Смотри не спеша. Спутниковое ТВ в рассрочку на 6 месяцев. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Хотите выгодные цены? Тогда вам в низко цен. Ведь у нас креветки 260 рублей за килограмм. Сервелат Астория 450 грамм 116 рублей. Кукуруза или зеленый горошек 29,90. Довольные покупатели – наша главная ценность. Время горячих кредитов в Восточном банке. 13 июля приходите в банк и получите предложение, подобранное для вас. Восточный банк. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Кованые решетки. И о погоде завтра. В среду 13 июля по области в Омске облачно. Днем в районах 24-28 тепла, ночью до плюс 19. В городе в ночные часы плюс 14-20, днем до 30 жары. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Такой новости к этому часу. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня.